Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. Актриса рассказала, чем живет и что заставляет ее сердце биться чаще. Агата Муцениеца в прошлом году пережила тяжелый развод, который, как это часто бывает, сделал ее только сильнее. Раньше актриса утверждала, что ей нравится быть не замужем, а именно за мужем. Теперь она понимает, что все было совсем не так. «Я действительно этого хотела, это был мой выбор. Сейчас смотрю на эту девочку, которой была, и восхищаюсь. Она такая трогательная, доверчивая глупышка. А знаете, спасибо моим учителям. На самом деле здорово, что я прошла этот прекрасный путь. У меня остались двое детей. Я ведь до последнего верила этому мужчине, хотела быть за ним. Мне казалось, что благодаря тому, что я за ним стою и даю свою энергию, у него все получается. Все закончилось, и теперь у меня новая жизнь», — говорит актриса. Меж тем, снова замуж звезда не собирается. Более того, не хочет категорически. В России все хотят быстрее выйти замуж и в этом видят счастье. «Когда мне говорят, скоро ты найдешь свое счастье и выйдешь замуж», отвечаю, «я нашла свое счастье, и это не мужчина». «Мужчина не может быть счастьем, он просто бонус. Счастье – сила внутри тебя», – рассказала Муцениеца в откровенном интервью в новом номере журнала «Коллекция Караван Историй». Кстати, актриса также прокомментировала и роман с женатым режиссером. Не так давно в сети появились фотографии, как Агату поглаживает режиссер Клим Шипенко. Из этого многие сделали вывод, что Муцениеца и Шипенко – любовники. Он после этих сообщений написал мне: «Агата, после того, что произошло, я просто обязан тебя снять в своей картине. Я бы с удовольствием приняла в ней участие, это лучшее, что могло бы случиться в моей жизни. Но, к моему огромному сожалению, не смогу, на борт берут только граждан РФ», – с сожалением говорит Муцениеца. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.